В Германии призвали не объявлять России врагом. Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем прямого диалога. В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на последствия его действий для европейско-российских отношений. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженное состояние отношений между Россией и странами Запада, передает DW. По мнению Штайнмайера, нынешнее безудержное отчуждение между Россией и Западом – основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного основания для доверия. В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению. Независимо от Путина, мы не объявляли всю Россию, страну и людей, врагами. Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирование апокалиптических настроений в отношениях с РФ. Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем прямого диалога. В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на последствия его действий для европейско-российских отношений. Напомним, будучи главой немецкой дипломатии, Штайнмайер неоднократно делал заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль. Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой Франком Вальтер Штайнмайером необходимость сохранения и возможного усиления режима санкций против России. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта news.com.